Участие в нем принимают ведущие специалисты в области урологии, онкологии, гинекологии, а также врачи общей практики и другие эксперты. Обсуждение вопросов мужского здоровья пройдет в формате симпозиумов, круглых столов, лекций и мастер-классов. На форуме выступят ведущие российские и зарубежные эксперты. Накануне участников поприветствовал глава Сочи. Добро пожаловать в город Сочи, город солнца, любви и, конечно же, город здоровья. Я думаю, что вы сможете убедиться в том, что мы действительно этому уделяем огромное значение, еще и посетив наши больницы, наши клиники, наши поликлиники. Завершится форум «Мужское здоровье» 29 апреля. Кстати, организаторы предварительно договорились сделать Сочи постоянной площадкой для проведения конгресса.